Меня зовут Алексей Шульгин. Занимался и занимаюсь зимними кольцевыми гонками. В былые времена в кроссе использовались похожие технологии. В принципе, результат был просто фееричный. Несколько лет уже увлекаюсь с дрифтом. Честно говоря, настроен скептически, не верю я в это. Я увлекаюсь дрифтом. Приехал на заднеприводный автомобиль Toyota Supra. Проверить средства не буксуй. Честно сказать, не верю. Технологии позволяют как бы. Сейчас проверим. При старте ощущение было, что помогает. Чуть-чуть получше стало. Появилось маленько, правда не кардинально. Я думал, что там как супершип вырастет. Но чуть-чуть получше, на снегу особенно. Был удивлен. Стабильность получилась на льду, именно как бы очень хорошо добавилась. Классно, все, теперь будем, знаете, побеждать.